Ему понравилось. Высокие тайки стоят. Это пожарят? И будешь не сидеть, будут только тебе корм давать. Почему бы на китайском написано? 1600 такая ящерка стоит. Хорошего качества, такие реплики неплохие. С фонариками, с китайскими. Даже не хочу ее снимать, ребята, это вообще какой-то ужас. Мне вкусно очень. Ребята, всем привет. Привет. Сегодня мы... Направляемся на рынок. Подождите. Ждем. Этот человек, он меня заставил собраться и сказал, поехали на рынок Тепрозит. Мы там ни разу не были. Идем, ребята, на рынок. Будем смотреть, что там на рынке Тепрозит. На самом деле мы там ни разу не были. Сейчас мы посмотрим, что там есть. Может, еще что-нибудь перекусим. Там супер VIP вещи и да? Супер еда. Пойдемте, ребят, на рынок. Будем глядеть, супер что VIP. Там есть. Там вообще все круто. Все, а ребята, мы приближаемся к рынку. Вот он. Вот так, его начало. Тут два этажа, кстати. Наверное. Сейчас посмотрим. На самом деле мы тут тоже первый раз, поэтому будем вместе сейчас с вами ходить. Смотреть, что тут есть. Кожаные вот, ремни. Да. Ребята, 100 бат. Они кожаные? Полукожаные. Затрудняюсь сказать, а вот 200 уже покруче такие ремни. Наверное, из запряжки. Да. Цена из запряжки. Смотрите, какой байкерский ремень. 390 бат. Измененная кожа, вот вставка. Так, здесь у нас что? Джинсы. Джинсы, шорты. Вот, шорты. 200 бат. 200 бат вот все такие шорты. Все шорты по 200 бат, что ли? Да. Вот, посмотрите. А это уже они, видимо, старые джинсы обрезают, да? Наверное. Вот. И они такие, с мотнёй. Как Вадим скажет, с трупа сняли? Это с убитого, да. Футболки спортивные. 350-250 бат. Видите, какие у него варианты. 390 было в магазине, а здесь 350 на рынке. Что-то цена странная, да? Вот 5 магнитов по 100 бат. Кому надо, сувениры. Слоники, сумочки. Комбинезон строителя. Модный комбинезон джинсовый. Комбинезон. Видите, рабочий. Какие белые, бежевые. Ну, такой под джинсу вот материал вот этот вот. Я не знаю, здесь сходить в таком комбинезоне. Национальные рубашки со слониками и шорты. Толстовки, кто мерзнет. 150 бат толстовочки, ребята. Любые, кстати, пожалуйста. Совой, КВС, пожалуйста, НБА, Калифорния. Чуще. Все есть. Можно не ходить в эти... Лос-Анджелес, пожалуйста. Магазины большие. Пришел на рынок, все купил. Расходный материал надо какую-нибудь маечку прикупить. Вот, брякушки, подожди. А то я же все, Маша, растеряешь, и все растеряла. Все сережки свои, кольца. Все с меня летит. Не знаю, куда все девается. Как в пропасть. Вообще не экономная женщина, вообще не экономная. Все теряет, Маша растеряет. Военные шорты. Нет, они какие-то... Не Кать, да? Некрасивые. Давай не смотри. Очень военные, я такие пойду полувоенные. Посмотреть. О, бижутерия, сетки. Ребята, Марина нашла себе. Не, я не нашла. Забаву. Какой не надо, что это цыганский табор. Не люблю. Смотрите, какие красивые здесь. Вот, ты же такие смотрела в магазине. Не, такие не хочу уже, вот, спасибо. В магазине такой смотрел, пластмассовый. Ну, я уже не хочу, спасибо. Пластик, а я же потеряла вот те сережки с камнем. Блин, вообще, только вот, смотрите, какие красивые, супер VIP. Вот смайлы, смотрите, какие интересные смайлы. Мне не надо супер VIP. Вот, надо... посмотрите, металлический этот металл. Полу-VIP, мне полу-VIP пойдет. Металлический. Сейчас я и найду хорошие, ребята, вообще бомбические серьги. Мы сейчас найдет, Ась. Вот, смотрите, супер красиво. Какой-то все хочет мне колхоз. Колхоз. Ну, вы зашла в детский мир, посмотрите, она в детском мире. Вот, посмотрите. Ромашка, звездочки. Смотрите, какой вот интересный тоже сережки. Вот. На, померяй. Не хочу такой, мне не нравится. Пошла, это вообще женщина. У меня мужские трусы, посмотрите, какие красивые, ребята. Тебе не надо спальные? Нет, у меня есть. Штаны со слонами. На самом деле, на рынке-то, мне кажется, здесь все есть. Все, все. А особенно вот такое вот барахло, которое вот не жалко выкинуть. Пришел, вот, купил. Футболки, давайте посмотрим. Давайте. 250, вот такие. Вот, блин, смотрите, какие интересные. Они такие плотные, это капец. Ну да, очень жаркие. Не знаю, они еще здесь прорезиненные. Зато какие пестрые, ребят, смотрите. Ну, пестрые, да. Ну, цены нормально, что вот 200 бат футболочки. Любая. Любая футболка по 200 бат. А вот эти короткие по 150. А, ну вот эти по 200. Тоже плотно.
толстая шуба. Толстая, и вот это еще резинка такая вообще. Я нашла тебе майку. Вот. Вон сколько майки. Вот такие надо брать майки, ребят. С сеткой 200 бат. И вот тонючки. Вот такие вот тонючки, это тут супер хорошо. Это вообще хорошо. Классная майка. 100 бат. Ну, она какая-то не тонкая, двойная. Двойная. А вот с сеткой там, вот посмотрите. Лео, слон, пирс, пляжные какие-то. Морячок Папай, Чанг. А вот эти толстые? Нет, вот она тонкая, но просто я такую картинку... Нет, ну здесь скромная. Картинок-то вон, смотри, сколько. Да не хочу я такие разрисованные. А ты какой хотел? Как будто 80-й год, блядь, какой-то. Ну вот пожар вообще. в джунглях. Что это такое? Нет, это вообще не мой вариант такой. Нет, ты брал Чанг, это не 80-й год, да? Ребят, я брал Чанг Каппа. А это рыночный вариант за 200 бат. Чё? Знаете, какие костюмы? Дольче & Габбана. Митя, тонкий, нарядные все, блэки. И майк, кстати, здесь тоже вот нормальный. Найк всякие. И шорты, спортивный вариант. Вон они, ребят, белая майка. Сейчас мы узнаем, сколько она стоит. Давай, Марина, ты англичанка моя. How much? How much? 200. Такая майка 200 бат. Есть длинные, есть короткие шорты. Ребят, мы постоянно скапливаем народ. Не только говорите. Нашли, никого не было. Вообще просто. Ребят, нашли еще футболки. Марина увидела Паттайя. 100 бат XL. Такая тонкая. 100 бат. Посмотрите, вот эти уже более красивые. И не резинка никакая напечатанная. Да, потому что везде резинки, это просто невозможно. Вот красивые футболки, кстати. Вот 2 XL 120 бат. Вот, видите, там маленькие. Это на мужчин, а то на женщин. Ну, кстати, расцветки любые, пожалуйста. Да, какие вот хочешь. Мальчик. Принты пожалуйста. Одинаковые, а расцветки любые. 100 бат, пожалуйста. Мне вот это нравится. Смотри, какая. Вот, красивая. Прикольная. Да, сейчас возьмем такую. Вот, тебе вот такую выбираю. Она на 2 одинаковых. Ребят, пойдемте пройдем по рядам, посмотрим, а потом выберем что-нибудь. Расходный вот. Материал. Здесь же сувениры всякие, вот посмотрите. Таиланд, много. Будды, слоны, магниты, все имеется. Члены, вот, пожалуйста, вот, брелок, член. Кому надо, да? Сумок, ребята, вообще целая гора сумок. Таиланд бабушка продает рюкзачки, 250 батов. А вот здесь принты вообще, посмотрите. Вот какая обезьяна с серьгой в носу. Это платье прям целое. Это платье и есть. Написано big size. А вот майка вообще зачетная. Сейчас подойду поближе, покажу вам. Смотрите, какая раскраска. Вообще, да, круто? Это тоже резинка, Вадим. 280 бат. А вот эти вот с собаками, наркоманские, вот 280-290. Здесь материал потоньше. Но черный. Ну, черный. И все черные. Все черные. Вот обезьяны, смотрите, да? Зачет. Резинка, кольцо. Вот еще обезьяны. Интересный такой рынок. Вы можете выбрать какую-нибудь такую. Не-не, даже сувениры какие-то, если ехать там, например, там подарки. Да, барахлишка какой-нибудь такой. На любой вкус, скажем так. Но я хочу сказать, и футболки неплохого качества. То есть не какой-то там говноматериал. Опять же, вот эти легкие рубахи. Угу. В таком варианте вот с драконом тоненькие. С капюшоном, как сыночек. А вот брючки, конечно, вот такие вот супер. Вот такие брючки, конечно, это я понимаю ходить. Уже лучше, чем вот эти рубахи смешные. Мы, кстати, приехали, когда на Пхукет тоже таких рубах напокупали. Но они нас спасли, кстати. И мы не обгорели так особо. А потом мы выкинули. Сюда привезли, кстати, сюда. А здесь не можем ходить. Они такие жаркие. Вообще ужасно жаркие. Я не понимаю. Они как будто после стирки стали жаркими. Вообще какой-то ужас. Рейбены, пожалуйста. Блин, за такие деньги покупали, а здесь вообще можно за дешевку купить. Давай, ищи. Сейчас который... она нам скажет. Hello. Вот, смотрите, Рейбен. Пожалуйста. Смотрите, оригинал. Мне малы. Мне маловато, да? Да, надо больше. Моя башка, конечно. Я специально подбирал очки, чтобы... Размер был большой. А здесь все маленькие. У них у всех головы маленькие. Вот, смотрите, Марина. О, Ray-Ban. Ray-Ban с рогожкой. 350, 450, 650. Вот такие цены, ребята. Ну, а что сейчас... тут у них внутри? Такого чего-нибудь интересного. Смотрите. Вот такие вот, посмотрите. Супер. Я синие Ray-Ban покупал, они у меня облезли, тут камень попал. На мопеде ехали, да. Все, это слезла пленка, выкинул.
Представляете, Ray-Ban-ы. Вот так вот покупайте дорогие очки, они у вас все облезут. А их, наверное, просто здесь на тайском рынке купили и продали как турель. Вот здесь у нас уже пошли крема всякие. Народная медицина. Он алоэ. Да, ну, здесь, кстати, посмотрите, 200 бат, любые. Calvin Klein, посмотрите, какие красивые. Такие как будто трусы торчат. Интересно сделал. Да, вот и рваные. Я теперь знаю, где покупать джинсовые шорты. Рваных здесь в магазинах не продается, а мне нравятся рваные джинсы. Вон. Бейсболок, ребята, здесь бейсболок, футболок. Какие хочешь бейсболки. Вот. А мы ищем. Смотрите, какой выбор. Панамки, бейсболки. Сейчас у Марине подберем какую-нибудь бейсболку, потому что у нее голова маленькая. Наоборот, мы ее берем, а ей не подходит. Сейчас мы что-нибудь выберем. Вот с сеточкой какой-нибудь красивой, женской. Это все какие-то, знаете, рэповские. Это все рэповские. Сеточка не бывает женских, Вадим. Не такие, да, не женские. Вот здесь вот. Женские, вот сейчас с той стороны мы обойдем. Я здесь все облазию сейчас, все облазию. Вот, это тоже. А, вот, вот с таким козырьком тебе надо более, с белым. Чтоб она черная была. Ну и что, хрен с ней. Вот сейчас мы, ребят, здесь выберем. Не подобрали Марине, бейсболки не подходят ей тоже. Мозгов мало, голова сухая. Сухая голова. Да нет, не в этом дело. Просто то картинки такие мужские какие-то, то сетки нету, то размер не подошел. Они широкие, у них вот такой рэперский, вот эти, как их, козырьки. Я так у них хочу, я хочу, чтобы она была зауженная. Ну, чтобы чисто более женская такая была. Вот футболки, вот такие вот у нас тоже на рынке продаются. Такие майки, они здесь везде. 100 бат. Тоф. Такая майка, она тоненькая. Шикарный материал. И цвета Bob Marley. Любые есть. А вот, ребят, смотрите. Вот это уже более интересно. 150 бат. Вот с такими плечами American Cowboy. А, трогать нельзя, бабка сказала. Не трогайте. Смотрите, но не трогайте. И не покупайте. Ребят, выбежали на улицу. Здесь еще рынок проходит по улице. Там открытая территория получается. А сумка здесь новая вот нужна. Хочешь, вот, смотрите, как Марина мне нашла новую такие сумочку. Не, она, видишь, как-то непонятно. То ли она мята? Мята, это просто материал такой рыхленький. 200 батов. Пашки. О, здесь красота. Светится. Ультрафиолет. Также шорты. Опять же, джинса. Так, а здесь для телефонов чехлы. О. Молодежные спортивные куртки. Майки, толстовки. Ну, ароматы пошли. На разлив, на распив. 35 миллилитров, 100 бат, пожалуйста. Здесь такая вонь. Какая? Это аромат. Ароматы духов, какая вонь? Нет, ребят, поверьте, это не аромат, это вонь. Резкий. Резкий запах. Рефлекс. Они еще такие сладкие все запахи, а еще такая жара, и вот эти сладкие запахи, это вообще отвратительно. Да. Распродажа, пожалуйста. Так, пришли на распродажу. Толстые. Ребята, мы на распродаже. Майки хорошие, но очень толстые. Это на холодную зиму. Да. На холодную зиму. Шорты опять же по 150 бат. Очки опять. Пошли опять очки. Очков до хрена. Чего тут только нет. Это вязаные шапочки. Косыночки такие вязаные. Оп. О, это все для телефонов. И чехлы, и держатели на мотоциклы, и на машины. Нет, у меня все есть. Вентилятор. Будешь ходить с вентилятором. Китайцы, кстати, покупают вот эти вентиляторы постоянно. Здесь, кстати, китайцев привозят очень много, прям автобусами на этот рынок привозят. Экскурсионный рынок, кстати, такой. Можно здесь все, что угодно найти. Вот, пожалуйста. Здесь, конечно, Адидасы, Calvin Klein. Пожалуйста. Сейл, распродажа, пожалуйста. Штаны модные, Versace, Heavy Metal, Megadeth, Nirvana, пожалуйста. Блин, ребята, а рынок продолжается еще дальше. Он там сколько идет-то до конца? Честно говоря, у меня даже глаза разбегаются здесь, даже все это углядеть, как-то усвоить, чтобы вот информация дошла до мозгов. Не знаю, вообще какая-то. Какая-то билиберда, короче. В магазин пришел, там висит одна футболка. Посмотрел и туда-сюда померил, подошла, одел и пошел. А здесь хочешь разные цвета и разные принты. И плотности разные. Вот штаны модные, смотрите, какие здесь молодежные. Салафановые? Да. Салафановые штаны. Чтобы не промокнуть дождь. Да, когда дождь идет, одел салафановые штаны. И пошел. Тайские майки со слоником, разные. Вот сколько она у нее стоит. Вот такие вот, видите?
7-Eleven, 100 бат тоже. Такую майку я хочу купить. Сейчас мы, может быть, купим ее? Купай, конечно. Сейчас мы... Мне главное размер. Здесь размеры, ребят. Вы бы знали, если в Москве, допустим, какой-то европейский размер L, то здесь он 4L. XL. XL, да, 4XL. И даже не XL, а 4. По тайским лекалам шьют. Ну, мы туда уже, наверное, не пойдем. Мы будем возвращаться. Да, ребят, пойдемте обратно. Сейчас что-нибудь пожрем лучше. Да. Там, тут на рынке, кстати, очень много вкуснейшей тайской еды. Просто бомбической. Ты что будешь? Я буду все. Да, сейчас будем все. Сейчас мы, ребята, в еду рванем. Херни на любой вкус. А все, что хотите? Хочешь есть, да. Ну, шорт джинсовых, да. Вообще. Насчет шорт здесь вот сейчас супер. Выбор огромный. Посмотрим, что за продукты здесь есть. Уже хочется так кушать. Так, вот здесь вот сухие, какие-то манго, киви, курага, ананасы. Так, смузи тоже по 30 бат, по 25 бат. Пожалуйста, здесь что, бургеры. Так, вот бургеры 79, 65 со свининой, чили. В общем, пожрать есть что. Языки, и вот, пожалуйста. Пельмени. Уши, кишки, чуть масла какие-то, да? Это твое любимое, Вадим. Горло, да, я вот люблю твое. Уши. Молодежь тут стоит, выбирает лапшу. Вот какие-то вот у них вкусности есть, посмотрите. 15-10 бат. Вот такие вот у них чаи волшебные. Напитки 99 бат, да? А, нет, 30 и 35 бат. Бабл ти. Кокосы. Вот видите, цена неизвестна. Цена тайскими крючками. Ну, рынок большой. И с левой стороны, и с правой стороны. Посмотрите, ребята. Вот она делает тут выжимку из кокоса. Вон, видите, такая красивая с розовым бантом. Тоже вот наборчики, видишь? Да, лапша. Может, мы тоже будем брать лапшу? Шашлычки по 10 бат. Надо посмотреть, огласить весь список. У нас, ребят, на рынке по 20 бат шашлычки, а здесь по 10. Вот, смотрите, суши по 10 бат. Суши 10 бат у меня. Вот паренек, волшебный продавец. О, ребята, здесь уже морепродукты. Крабы пошли, какие-то непонятные, белые, тоже кожа, не кожа, что это такое? Розовые яйца и супы всякие. Креветки 300 бат. Тарелка блюда, 300 да. бат. Лобстер 1700. Почему на китайском написано? 100 бат устрица. И набор рыбы. Рыбий набор. Переходим в другой ряд. Плавно пересекаем. Папайя-салат. Манго. Ой. 60 бат бокс. Уже почищенная. 100 бат. Это как оно называется? Грейпфрут. Помело написано. Помело. Помело. И вот смузи. По 30 бат. Здесь очередь даже. 45 ананас. Бля, что я съел ананас? 45 кокос. Бат кокос. Здесь у нас рисовые наборчики какие-то. Вот посмотрите, какая на палочке интересная. Интересный набор на палочке. Марин, пока мы ходим, сейчас все разберут. Что делать? Значит, останемся голодными. Останется один чикен и картошка фри. Вот здесь, ребят, посмотрите, тоже нарезают из курицы какие-то кусочки, какие-то типа холодца что-то такое, все жирное такое. Блин. Какая жирная здесь пища. Здесь столько всего. Вот сладости, опять же, местного производства. Когда хочется кушать, хочется съесть прям все буквально, вот реально. Вот яичницу на какой сковороде он делает, ребята, смотрите. А вот здесь делают, лапшу готовят. Вот здесь вот жучки, кузнечики какие-то, мушки, скорпиончик, 100 бат скорпиончик. Я скорпиона есть не буду, это точно. Жуков тоже не хочу. Ну а что ты не попробуешь-то? Ну, тебе понравится. Ну нет, спасибо. Нет? Ну ладно. Смотри, а потом будешь жалеть, что не попробовал. Ребят, здесь даже соленья есть какие-то. Тамарин засоленный. Оливки? Веришь, что это оливки? Да. Так, а это что в баночках? Мидии. Мидии в баночках, сашими. Напиточки вот делают, лимонад.
медовый какой-то. Из тростника, из лимона. Так, этот тростник, а вот это я не знаю, что это сахарное. Мед, лимон. Ребят, берем, короче, лимонную воду, потому что уже здесь мы ходим-ходим. Горло пересохло, говорить не можем, тяжело. Сейчас возьмем вот такую вот, с такой бутылки, посмотрите, лимонной воды. Не поедим, хоть попьем. Сейчас нацедит нам стаканчик, попьем, пойдем дальше искать еду, добывать. Марина говорит, масла хочу попробовать, сейчас масел и купим свиной. Я, если честно, хочу рис. Вот на меня это не похоже, но я хочу рис. Почему-то. Все, ребята, нам дали вот такие стаканы желтые с трубками, со льдом. Блин, вообще класс. Вот, пожалуйста, хочешь с рисом, хочешь с макаронами, хочешь 60 бат? Три топпинга с рисом 60 бат, два топпинга 50 бат, один топпинг 40 бат. 160 бат за рыбку, пожалуйста, 180 крупная. В банановом листе вот какие-то шашлычки. Вот можно тараканов взять, килограмм тараканов, лягушек и вот таких вот красных колосков. Что это такое? Ребят, здесь куча столов, пожалуйста. Вот с этой стороны Марина волновалась, что стол не может найти. Но здесь очень много. Есть где приткнуться, так сказать, посидеть спокойно. Вот такие вот пельмени у них. 18, 20, 25 бат. Ощущение, что все приехали сюда кушать. Вечер, все примчались. Здесь не потолкнуться даже уже сейчас стало. Народ прибавляется и прибавляется. Марина взяла первое блюдо. Вот в таком пакете в бумаге. Вот они заворачивают, мальчишки. Сейчас, ребят, возьмем шашлычки. Марина тут заказывает. Есть розовые сосиски. Есть коричневые сосиски, розовые, бордовые. И вот такие вот шарики есть. Я не знаю даже, что это за шарики. Марина, ты знаешь, что это за шарики? Ну, не тофу, да? Я же не знаю, что это. Какие-то странные. Ну, их берут тайцы. А что, нам сыры дала? Ну, готовы? Это просто соусом политое. Я думал, сырые. И здесь вот, есть, смотрите, какой красивый здесь. Божественный паттай. Ребята, вот паттайчик. Блин, я такой тоже хочу. Сейчас мы возьмем. Вот сейчас нам девочка замутит. Пожалуйста. С морепродуктами, с креветкой, с курицей. О, ребят, смотрите, меня готовят. Есть что туда. Две креветки, мидии, кальмары, лапша, вот маленькие кальмарчики, орехи, тофу, зелень. О, уже готово, смотрите, 2 секунды. Ребят, нам сделали, идем искать столик. Спасибо. Можно еще, кстати, каких нибудь пончиков взять. Да угомонись ты, блин, посмотри, сколько жратва их. Она не завтракает у нас. Съест там, кофе попьет, стаканчик и все. Я съела брек. Как ты его называешь? English breakfast. English breakfast. Я ем кашу, я ем 2 яйца, 4 сосиски, 2 хлеба с маслом, 2 хлеба с джемом. 4 чашки кофе с молоком и 4 чашки просто американо. Все, я на целый день заряжен. Хожу до вечера сытый. Марина съест English breakfast. И то не доест, а название одно съест, короче, от нее, от яичницы. Мне отдаст, я ее тоже съем. Все, короче, я съедаю, она у меня вообще ничего не ест, а потом ходит целый день. Кушать хочу, видите? Какая у нас? Ну, пусть сумки тащит, тренируется. У нее даже, блядь, нету сил на спортзал. Он говорит, все, я сознание теряю, падаю. Конечно, будешь падать. Ничего не ела. Вот, ребята, мы сейчас сядем здесь вот. Вот с этими молодыми девчонками. Тебе будешь бы с девчонками сесть. Ребята уселись. Посмотрите, какое у меня красивое блюдо. Креветки, мидии, кальмары, яйцо, орех, корни. А у Марины, посмотрите, какая красота. На бумажке. Рис, яичко. Мальчишки сделали ей. И вот что-то, фарш, я так думаю. Но это очень вкусно. Я зря взяла себе еще паттай, но я его оставлю, я его ночью съем. А я сейчас попробую, дай мне попробовать. Блин, такой соленый не по мне. Такая соль не по мне. Я налила просто соус. Очень вкусный, но соленый. Вот сейчас мы что будем пробовать. Вот. Орешки, мидии, все. Вкуснейший. Просто бомба. Вкуснее, чем на Джанкине. Да? Да. Вообще реально, реально вкуснее. Вкусно. Но острова соус очень. А так очень вкусно. Мне вкусно очень. Марина слопала первое блюдо, добралась до второго. Все, сейчас она уже потай чешет, смотрите. Второй день меня принижают. Ничего я не слопала.
вот мой рис, и вот мой шашлык. Я пробую паттай, потому что Вадим сказал, лучше съешь паттай, потому что рис можно разогреть, он будет вкусный, а это вот реально будет потом невкусно. Пробуем. Это однозначно лучший паттай, что мы ели здесь на Паттайе. Однозначно, если я захочу паттай, я больше ни Джамтей не брать паттай не буду, я буду сюда приезжать. Вот этот паттай очень похож на тот паттай, который мы первый раз попробовали на Пхукете. Прям реально очень вкусный, он сочный, не сухой. Другая немножко подача, первый раз мы в такой подаче, чтобы вот эта вся лапша была завернута соусом в яйцо. И сверху вот на это яйцо кладется начинка, то есть получается такой как омлет в виде яйца, внутри него лапша, но она не склеенная, она там нормальная. И сверху вот я курицу взяла, у меня курица, и очень вкусный соус. Паттай начал резво, в конце силы покинули меня, еле доел. Шашлычок не смогу съесть, повезу домой. Смотрите, какие высокие тайки стоят, по 2 метра просто. Смотрите, Марина с таким взглядом смотрит. Ребята. Пытаюсь понять. Марина пытается понять, мальчишки это или девчонки. Надо просто разметку посмотреть, и все. 43-46, значит, это парень. Ребята, ну вот это вообще, конечно, паттай просто бомбический. Лучший в городе, который мы ели пока. Может быть, еще лучше будет. И пока это первое место. Паттай с морепродуктами 80 бат. На нашем рынке 100 бат. Здесь мне однозначно понравился он больше. То есть, ну, если бы я, конечно, как сумасшедшая, блядь, не накинулась бы на этот шашлык, откусила кусок, и съела бы 2 ложки риса, я бы, наверное, все-таки смогла доесть паттай. А так все, и ничего. Я паттай не доела, шашлык я не доела, и рис я тоже не доела. Сейчас мы идем здесь. Нам говорили, что есть зверюшки, продаются всякие там кобры. Марина сестру хочет купить. Шутка. Вот нам сказали, здесь вот идете до конца и налево. Вот здесь вот клетки уже начались. Вот, ребят, смотрите, видите? Если этот человек будет на меня выступать и дискриминировать, как последние несколько дней, эта клетка для него не подойдет. Здесь слишком много мест для спанья. Вот. Вот железную такую куплю ему, и будешь мне сидеть. Буду только тебе корм давать, и все. Слушайте, ребят, так удобно. Ну, жили себе, отдыхаете, где-то покормили, погулять, вывели там. На Уолкинг-стрит походил, там погулял. А вот, кстати, уже закрывается почему-то. Вот здесь корма. У кого кошечки, собачки, здесь приезжайте, покупайте. Тут очень большой выбор, огромный. Шампуньки какие-то от клещей, от жучков, расчески, игрушки, поводочки, украшения, посмотрите, для животных. Для собачек, для кошечек. В изобилии. Вот, обезьяна какая-то скачет в клетке. Рикки-тикки-тави. Вот мангуст. Интересно, вам видно? Ой! Чуть камеру не схватил. Смотри, какой паразит. Такой интересный. Дай шашлык тебе. Смотрите. Слушайте. Ему понравилось. Вот сейчас коробочку раз нам. Все, вот здесь какие-то хомячки. Маленькие какие-то полевки. Кролики. О, попугайчики, канарейки. Здесь еще такие интересные животные. Сейчас просто подойти не могу. Да, вот я к нему шел. Сейчас, ребят, я же сначала здесь посмотрю. Такие пузыречки. Вот эти кричат попугая. Шумный какой. Тут просто очень много народу. Собрание. Вот змеи, паучок, тарантул. Питоны. Белый питон. Хиджабы красивые. И рыбки. 1600 такая ящерка стоит. Черепашки какие-то красивые. Прям у нас не такие черепашки. У нас какие-то. Интересно, а вот здесь посмотрите, какой панцирь у них красивый. И зеленый, посмотрите, тоже. А вот это почему-то 3600 стоит, дорогая ящерка. Вот это 3500, а вот это 1600. Интересно так. Пойдемте посмотрим, там такое интересное животное есть. Да, вот смотрите, какие. Это вот эти, смотрите. Спят такие. Один низкий-то вообще плюхнулся, уснул. Забавный.
что с ними животные интересно? Изум такие, грызуны какие-то пузатые, как поросята. Да, понятно, что. Вот, маленький. Смотрите, какой прикольный. Так, так. Давай, 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 давай. Сейчас я тебе тут. Роет себе норочку. А ёж-то белый. Вот, мини-ёж. Белый мини-ёж. Один прячется вон. Один спрятался, а другой здесь у корма. Ну, мышки тут всякие. Кстати, классный тоже. А вон спрятались, замерзли, наверное. У поилки там все в одной куче. А один, смотрите, какой хвост у него пушистый. Ребята, вообще крутой. Один в углу. Да, наверху залез под лампу. Какой пушистый хвост. А, вот еще белый. Пошли в зоомагазин. Теперь знаем, где зоомагазин. Вы знаете тоже, где зоомагазин. У этого рынка. За рынком. Недалеко от аутлета. Улица Тепрозит. Ну, очень маленький выбор. Сейчас покупали там котенка и кролика. Люди. Она достала паспорт с прививками уже. Все объяснила. То есть нормально это, у них и прививки есть, то есть на улице их поймали. И животные все ухоженные, они вот не выглядят больными. Прямо они все ухоженные, такие плотные, хорошие. Набрали барахла, и сейчас едем домой. Все, ребят, вам пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, и до новых видео. Пока. Чао.